Здравствуйте, дорогие мои друзья, с вами Вульфи, вы находитесь на канале Полная Луна, и мы с вами продолжаем проходить Вора. Что ж, в прошлый раз мы закончили здесь на весьма взбудораженной ноте, скажем так. Мы нашли гробницу, в которой была похоронена маленькая девочка, вот она здесь, которую мы отыскали в колыбели Шейлбридж. То, что мы оттуда выбрались, это вообще отдельная тема, я по этому поводу прыгала здесь как ненормальная и радовалась, но... В общем-то, радовалась моя была недолгой, потому что мы с вами обнаружили ту самую старуху, которая на поверку оказалась какой-то странной, каким-то монстром. Жутким, страшным. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. И этот монстр сейчас устроил кровавую резню в нашей цитадели хранителей. И нам нужно что-то с этим делать, по всей видимости. Так, я так слышу, что зомби вроде бы пропали, нет? Нет, здесь они полезные. Бродят. Нам надо выбраться наружу. И нам необходимо, тихо, попасть в цитадель хранителей. В библиотеку хранителей. Ну, вот эти, кстати, мне уже не так страшны. Парни, они вполне себе замечательные и милые. Бывшие хамериты. Ну, подумаешь, цепями гремят. Я после колыбели вообще... У меня такое ощущение, что чувство страха у меня просто атрофировалось. В Моровинде вот не реагирую на какие-то страшные вещи. Эти вот ребята меня уже совсем не пугают. Ну, как пугают, конечно. Если бы они на меня вдруг вот стали бежать с воплями, то я бы, наверное, перепугалась. Ну, как всегда. А так, ну, подумаешь. Бродят себе и бродят. По крайней мере, я знаю, что я могу взять и убежать куда-нибудь. В колыбели же это была просто такая мышеловка, из которой выхода не было. Если тебя там обнаружили бы, то попросту в углу бы так и забили. Ой, ребят, вы бы там пошли бы вниз бы, справились с этими делами. Ладно, давайте отправимся в путь. Итак, да привет, привет, дорогой. Я так всем рада, я просто не могу. Я думаю, что, в общем-то, хранителей, которые за нами охотились, уже не должно быть на улицах, потому что их должны были отозвать. В тот момент, когда обнаружилось, кто брат и предатель. Уж явно не Гаррет. Наконец-то до них это дошло. Так, это у нас куда? Посмотрите. Стоунмаркет, да? Отлично, нам туда и нужно. Я даже не знаю, наверное, сейчас придется опять мелькать сквозь туман, поэтому я буду постоянно обрываться. Ой, тут происходит какая-то страшная жуткость. Хамерит атакует не знамо что. Что здесь происходит? Ой, друзья. What's this? Who doth dare approach me unannounced? В общем, здесь какая-то драка, друзья. Не знаю. Я лучше пойду по своим делам. Говоря, фракции. С язычниками я в нейтральном. Это ж, судя по всему, это язычники. Ну, они сейчас на меня нападать не должны сами по себе, поэтому... Слава богу, я смогла хотя бы нейтральный статус заполучить. Куда нам идти? Вот в чем вопрос. Я не помню. Часовая башня. Да, нам, наверное, надо сюда. Какой ужас. Хамериты передрались с язычниками. Посмотрите, что творится. Ужас. Так, ладно, прервусь опять.
почти на месте. Не знаю, друзья, возможно, мне просто передалось немного флегматизма Гаррета. Возможно, бедные мои несчастные, стрепленные в колыбели нервы уже просто не могут дальше так звенеть. Но под этим синим небом и яркими фонарями я себя чувствую просто превосходно, и ничего мне не страшно. И даже эта ведьма, пока я ее не увидела, не кажется мне такой страшной. Ну, ведьма и ведьма, ну и господи, ладно, хорошо. Справимся с ведьмой, справимся со всем. Ой, ладно. Так, куда мы попали? По всей видимости, немного не туда. Я опять здесь плутаю. Я ни разу еще не смогла с первого раза найти этот закоулок, где располагается, собственно, цитадель хранителей. Как-то они ее уже очень хорошо прячут. Ой, тихо. Ну, не здесь же. Или здесь. Тихо. Да, вон там. Странно, что, в общем-то, никаких изменений в городе пока что нет. Ну, кроме того, что язычники с хамеритами передрались. В общем-то, они и так всегда были в натянутых отношениях, поэтому этого следовало ожидать. А вот то, что ведьма здесь разгуливает, пока что как-то неизвестно. Так, ну что ж, давайте попадем внутрь. Прервусь на секундочку. Итак, друзья, вот мы и здесь. Ой. Камал did this. Looks like we've got a new target for those assassins. Yes, but unfortunately the enforcers are quite ineffectual against her. So what are you gonna do? She's found the final glyph. Final glyph? The last of all glyphs. It's a very powerful weapon. She will undoubtedly... Activate it. And in doing so, wreak untold suffering. And also ensure her complete invulnerability for all time. Keeper Orland, the treasures are gone. Gamal has taken the chalice and the paw. Gone? The artifacts? Then it was Gamal who wanted them, not Kataka. You see, I received these notes that... I thought that they were from Kataka, until they kept coming, even after she was dead. It appears we have made things easy for Gamal. But what does she intend to do with the artifacts? There is no way to know, except she must have a hidden lair. Some place where she has taken our missing books. You could find it, Garrett. A thief could find it. Her lair? Yeah, I have an idea where it might be. Then you must go. Go now and kill her. If only you could find a way to destroy the final glyph. Make sure it can never be activated. Let me see if I've got this right. You want me to find Gamal's lair, learn what she wants your treasures for, kill her, and find and destroy this final glyph? Anything else? How dare you act so high and mighty? Enough speeches, Orland. You've already had your turn. Yet, there is truth in his words. A sequence of events was started when you stole the chalice and the paw. The glyphs did warn us. Right. Glyphs. As if I could forget. Ребят, это просто, я не знаю. Честно говоря, хочется просто дать кому-нибудь здесь по башке, желательно Орланду. Этот приятель меня нервирует немного. Смотрите, какой кошмар, да? Что-то он прям вообще, не знаю, что себе возомнил, но не знаю. Вот сейчас на месте Гаррета я бы точно развернулась бы и ушла куда подальше. Потому что, ну, правда, ну это как-то уже переходит все границы. Натравили на него своих убийц. А теперь еще и разговаривать с ним так, как будто он им 100 рублей должен. Ой-ой. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. А, господи. Что-то я как-то задумалась.
Ладно, друзья, нам нужно найти логово этой ведьмы, этой, прям вот залезть к ней в дом. Ну, не иначе, как вот прям делать нам больше нечего. И забот других у нас в жизни нету. Но все-таки Гаррет, хоть он и флегмат, хоть он и циник, но все же он хороший парень, и он понимает, чем это все обернется, если эта ведьма добьется своего. Так, куда мы, собственно, идем? Поэтому я думаю, он прекрасно понимает, что кроме него больше некому. Идти в Олдейл, выяснить, где находится тайное логово. Укради опять потиры лапу из логова. Ищи в логове Гамал информацию. Ой. Да что ж ты будешь делать? О конечном глифе и то, зачем ей нужны артефакты. Олдейл. Ладно, пойдемте. Давайте, наверное, я выключу запись, дойду до Олдейла, и там уже заново с вами встречусь. Ладно, поехали. Итак, друзья, вот я и добралась до Олдейла. В принципе, это заняло у меня не так-то уж много времени, буквально минуты 2-3. Основная проблема в том, что на улицах сейчас происходят драки повсеместные между язычниками и хамелитами, и из-за этого стражники просто бегают как оглашённые. Ладно, где у нас может быть логово этой самой Гамал? Гаррет сказал, что имеет представление, где это может быть. Но с нами он своими соображениями не поделился. Поэтому... не знаю, в общем-то, ничего толком не сказано. Единственное место, где мы не были, это... Хотя, вот еще насос, но не зря же она здесь отмечена. Давайте посмотрим. Еще у нас есть ключ от... как же называется там? Ювелирной мастерской? Так, мы сейчас... Как-то здесь очень светло. Мы сейчас находимся возле таверны. Пьяный стражник здесь стоит. Собственно, это мастерская инспектора Дрэк. А, мама! Слоняра Гаррет, господи! Опять он бочку задел. Тихо-тихо-тихо-тихо. Господи ты боже. Вот глазастые-то. Да. Я опять действую просто как слон в посудной лавке. Поэтому... Ладно уж, ой, боже. Ой, друзья. Фух. Ладно, хорошо. Кстати, мы подобрали вроде бы ключ от этой самой ювелирной. Можно сюда войти. Мы открылись вновь, теперь мы открыты в вечерние часы, товар высочайшего качества. Все предметы оценены для продажи. Ну, давайте сползаем, почему нет. Надо же в конце концов порадовать нашего мастера-вора. А то все. Все какие-то ужасы на нашу голову. Хватит уже. Наверное, надо было сюда зайти, когда у меня была возможность, но сейчас, в принципе, почему бы и нет. Вот, собственно, дяденька этот. Ювелир. Давайте отправим его спать.
соберем драгоценности. Здесь масса всего интересного. Сэр Роллингс, приветствую вас. Надеюсь, вы больше не страдаете от ревматизма. Между тем, у меня возникло небольшое финансовое затруднение. Так как у нас всегда были хорошие деловые и дружеские отношения, я подумал, что могу обратиться к вам за помощью. Наверное, 2000 будет достаточно. С надеждой, Самюэль Фогерти. Не знаю, кто это. Так. Ведьмина кошка. Изящная статуэтка кошки, бирюзовая с изумрудными зрачками. Цена договорная. Где статуэтка? Интересно. Так. Ой, как это мило. В тихом темном доме. Шуршать себе скрывающимся замочком. Красть всякие безделушки. Я так соскучилась, честно говоря, вот именно по этому геймплею. Вроде бы не так-то много времени прошло, но... Честно говоря, это именно то, за что я вора люблю. Не за ужасы, а вот именно за такой вот необычный геймплей, который вот редкость на самом деле. Такой какой-то уютный. Ну, не знаю. Я вообще мало игр таких проходила, но мне кажется, Гаррет это одна из самых таких... Ой, в смысле, ну, вор. Одна из самых приятных игр такого жанра. Мне там много чего советуют сейчас пройти. А вот и статуэточка. Так, вот и выход куда-то. Я думаю, мы так и выйдем отсюда. Так. Лорд Баффорд. Приветствую вас. Надеюсь, вы больше не страдаете от подагры. Между тем, у меня возникло небольшое финансовое затруднение. Да, судя по всему, это именно он, Сэмюэл. И у него финансовые трудности. Ой. Ну да, собственно, эта дверь опять-таки в ту комнату. Так что давайте посмотрим, куда ведет этот лаз. Обобрали мы несчастного до нитки. Судя по всему, у него теперь еще больше финансовые трудности. Итак. Я не знаю, но мне кажется, прыгать в воду — это плохая идея. Я не уверена, умеет ли Гаррет плавать. Смотрите. По-моему, я видела клубы тумана из-под воды. Интересненько. Здесь есть насосная станция, куда мы с вами не заходили еще. Но здесь я не пролезу. Ай-яй-яй-яй-яй! Да, друзья. Судя по всему, нам именно туда и нужно, и мы не можем плавать, и поэтому нам нужно сначала... О, господи, я очень далеко сохранялась. Очень-очень далеко. Ребят, я... Я сейчас загружусь и доберусь обратно до места. Мало того, мне надо добраться сначала теперь до библиотеки, потом до места. И я скоро вернусь, я надеюсь. Итак, друзья, вот мы и в Олдейле снова. Я думаю, я... Ну, потом уже схожу к ювелиру. Сейчас это не так важно. Нам нужно найти насосную эту станцию, спустить воду в парке. Я пока не знаю, как туда попасть. Помнится, эта дверь была закрыта. А потом мы заберемся и сюда. Собственно, нам все равно надо будет сюда пройти, так что... Итак, вот мы пришли на место. Ой, ой-ой-ой. Их так много-то тут. Может быть, оглушить от греха? Не знаю, здесь так ярко. Очень ярко и светло. Да, давайте-ка мы этого стражника уберем. Он будет мешать.
Всем-всем-всем, мы закрыли людишкину насосную. У Дианы было видение, в канале живет чудище, опасайтесь его. Если водичка в канале будет высокой, ни язычники, ни людишки не будут совать туда свой нос. Нельзя тревожить чудище. Если понадобится сходить в людишкину насосную, ищите Диану в парке. У нее есть амулет Трикстера, который прикажет лозам отпустить дверь шпорник. Так, все ясно. Нам нужно в парк. Так. Куда бы его положить? Так, здесь чувак стоит. Надо его куда-то деть. О, господи. Здесь везде ходят. Ну ладно, давайте сюда положим. Может быть, его здесь никто не найдет. В кустиках. Так, парк был здесь где-то недалеко. Или нет? Да, вот он. Вот он там. Надеюсь, что там стражников нет. Не должно быть в таком случае. Bees gone, Gap. What's that? I bees knew I would find her. Ой-ой-ой-ой-ой. А чего? Нейтрально же. Я же нейтрально. Или не нейтрально. Подождите. Что не так? Факции. Нейтральный? Почему? О, господи, то почему же? Ладно, хорошо. Ну, вломилась я сюда, как медведь. Так, там записочка лежит, интересно. Так, еще одна такая штука. Мы такую видели в доках, если помните. Не знаю, что это. Интересненько. Так. Да что ж тут так светло-то? Не спрятаться, ничего. Там кто-то еще есть. Did you hear, Z? Diane Bee's having more visionings. About them hammerheads. They be dead in sandalwood in her bunch yesterday. My bees will feed her on them fleshes. Yes, them hammerheads. But of other things too, like them cityhead Garrett. And something that bees unnatural. Close by, near Z them canals. Unnatural? What bees you mean? Bees I not know. But bees worse than a hammerhead. Worse than... Так. Конечно, парк у нас очень образно нарисован. Because my bees saw Diane's face after her visioning. Not even sure I heard anything anyway. These be in big troubles. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо. Something against. I wonder. No. Probably just spots on my eyes. Or flies. Там лежит записочка. Мне интересно, конечно, но. Честно говоря. Воу-воу-воу-воу. Так, кажется, я загнала себя в ловушку, ребят. Я не могу сюда пройти. Точнее, я не могу отсюда выйти, незамеченной. Тут полно этих глазастиков. Я не представляю вообще, куда мне идти. Может быть, туда, может быть, и нет. Место. Ладно, ребят, сейчас разберемся. Мне нужно найти Диану и ее амулетик. Непросто, это будет непросто. Так, там что-то интересное. Шпорник, мне опять виделось чудище. У него есть логово в каналах. Думается мне, что если держать водичку высоко, то наши язычники туда не полезут. Поэтому закрой насосную и предупреди всех язычников, что им там делать нечего. Почему это чудище постоянно приходит в мои видения? Ведь мы воюем прежде всего с молотками. Как бы я хотела, чтобы Виктория вернулась и возглавила нас. Мои тревоги внушают мне серьезное опасение. Диана. Так, значит, она вот здесь спала. Но... ее здесь нет. Наверное, она вот там. Не знаю.
честно говоря, я не знаю, где мне искать. Ой-ой. Hiding. Что там произошло? Hiding. Я никого не убивала. Честное слово. Bees you not feared. Bees killing you quick. Можно было бы пойти в катакомбы, настрелять этих зомби и повысить еще немножко репутацию. Так, книжка. С язычниками, чтобы они на меня не нападали, но... Честно говоря, не знаю. Что у нас тут происходит? Это займет какое-то время, конечно, но... Избавит нас от проблем с тем, что нам тут прятаться необходимо. Я что-то не пойму, там так темно. Ой, ладно. Я предполагаю, что Диана должна быть где-то недалеко, но вот где? Понятия не имею. Ну, собственно, из-за того, что нам приходится от язычников прятаться, у нас время уходит лишнее на серию. Потому что, по сути, ничего уж такого. Так, ну-ка. Там что-то есть. Мерцает. Сейчас поглядим. Подлечиться. Меня так побили? Смотрите, там чья-то голова, что ли? Ужас какой. Просто кошмар. Ладно. Разберемся. Someone sneaking there. That. Some rustling. Ой, ребят, ну они так кучно здесь стоят, я даже не знаю. I worried about. Судя по всему, это Диана и есть. Ее как-то охраняют так. We bees jumped over nothing. Let's back to work now. Не знаю. Здесь слишком светло. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, ребят, я не знаю, честно говоря. Придется что-то с этим делать. Даже не знаю, что. Как-то шуметь, может быть. В ту сторону, допустим. Да ё-моё! Диана, вот мои отчеты. Дюжину мы потеряли в старом квартале, пятеро в доках. Они оказались гораздо сильнее, чем мы думали. Нам нужна помощь, Маргаритка. Ай, так господи! Ну, кидай! Из-за того, что я поспешила, я на одного наступила, и вот тебе раз. Так, надо подлечиться. Еще разок. Амулетик мы нашли. Можно спокойно идти куда надо. Да, конечно, все произошло не так плавно, как я планировала. Ну да ладно. Итак, вот и насосная. Пункт управления насосом. Поверните колесо, чтобы понизить уровень воды. Вот. Отлично. Отлично, друзья. Теперь нам необходимо через ювелирную лавку... Через ювелирную лавку, собственно, попасть в сами каналы. Ой, так, знаете что, давайте сохранимся. А то я опять, как всегда, я себя знаю. Сейчас же где-нибудь зафейлюсь, и опять придется все заново делать. Да, в общем-то, наверное, если бы мы убили больше зомби, или нашли больше углов,
Нам не пришлось бы так... Maybe a draft blew it out. Ой-ой-ой. Нам не пришлось бы так корячиться, но... Вместе с тем... Так, по-моему, интересно. О, господи. Так, я надеюсь, что мы уже скоро... продвинемся куда следует. Судя по всему, это самое чудище, это именно та самая ведьма. И, собственно... Так, я не знаю. What? Ой, where did тихо. It go? Someone must have taken it. Давайте заберем все это так. Better check around. The off chance gone? How could it be gone? Who would steal from me? Ладно, давайте дяденьку успокоим, потому что у него сейчас инфаркт хватит. У него и так денежные проблемы, а я... Must be keeping to the shadows. Не пойму. Я не могу его оглушить. Судя по всему, он как-то это... I can see you! I'm gonna go get help! You're not permitted in this establishment! I'll have the watch on you! Ой, ладно, ну иди уже куда-нибудь. Только не мешайся. Не могу я его глушить, он в взбудораженном состоянии не может быть оглушен. Надо было все-таки сразу его глушить, меньше проблем. Итак. Давайте из сундучка достанем кошку. Нам нужно пробраться по этой решетке. Честно говоря, я бы не додумалась до этого, если бы не решила попросту обокрасить несчастного ювелира. Я бы, наверное, пробовала там по стеночкам пробраться еще как-нибудь. Уф, ладно. Добрались мы, наконец-таки. All right. Куда надо? Давайте соберем здесь. Хотя, в общем-то, в парке была, да. Решетка, наверное, я бы сюда спрыгнула. Если бы не знала про решетку ювелира. И вот еще. Ну, в общем, да. Пролезть сюда можно многими способами. Давайте сохранимся, друзья, и полезем в логово ведьмы. Что делать? Друзья, вместо логова Гамал меня ожидало... падение клиента, и после этого я не смогла загрузить сохранение, потому что оно у меня испортилось и не хочет загружаться. И мне опять придется вот с этого подвала выбираться. Поэтому, наверное, на этом мы с вами серию завершим, и надеюсь, что в следующей серии мы уже проберемся наконец-то в это логово. Честно говоря, меня не радует то, что придется заново все это проходить, я уже немножко устала, так как это будет уже третий раз. Поэтому давайте я завтра все это быстренько пройду. Отсниму все, чем все кончилось. Возможно, я даже попытаюсь заковырять этих упырей, которые здесь бродят, чтобы побыстрее пройти парк. Ладненько, надеюсь, вам все понравилось, надеюсь, все было хорошо. Встретимся с вами в следующем выпуске. Удачи вам, до скорого.